улица Московская, 5/2А. Многосекционный кирпичный дом с переменной этажностью от 5 до 6 этажей. Здание возведено в 1968 году. 5 имеющихся входов в парадное поддерживаются в удовлетворительном состоянии. Стальные входные двери оснащены кодовыми замками. Непосредственно в доме расположены отделение новой почты и магазин модной одежды. Дом примыкает к более ранней постройке под номером 5/2Б. Размер внутреннего двора позволяет парковать автомобили. Здание построено в исторической части Киева с богатой инфраструктурой. Здесь находятся рестораны, торговый центр, учебное заведение, парки и многое другое. Кроме прочего, в нескольких минутах ходьбы расположена станция метро «Арсенальная». Состояние дома удовлетворительное.